Всем привет, ребята, с вами Андрей, и мы продолжаем прохождение приключений Джеки Чана на PlayStation 2. Итак, нам нужно пойти на рыболовный причал, где он тут, и посмотреть, что там делает темная рука. Черная нога, или как там уже, ну вы поняли меня. Так, нам намекают, что нужно залезть вот сюда и посмотреть. Я уже был, да, на этом складе, по-моему, да? Да, я на этом складе был уже. Эй, Джеки, что ты за... А, должно загореться этот, типа залезть. Давай, давай, двигай туда. Вот так вот. Ну почему ты не цепляешься, Джеки? Ёб твою мать, нехай. О, 45-го раза. Склад темной руки. That must be the sword uncle wants. Вот меч. Ratso, activate the Panku puzzle box. It's time to free the water demon. Водного демона освобождают. О, подонок. Liberation at last. Welcome, sister. Now that I have opened the last portal, it is time for you to free me. You dare request your freedom? Have I not earned it? As promised, I have released all of our brothers and sisters. How curious, then, that six demon sorcerers remain trapped in the netherworld. I upheld my part of the bargain. You cannot blame me for the meddlings of Jackie Chan. I am not interested in you or Jackie Chan. Lead me to my home city, Atlantis. That won't be possible. The city of Atlantis is now lost. Then I shall create a new undersea city right here in San Francisco. Sorry for interrupting you, your amphibiousness, but doesn't an undersea city need to be... underwater? Back me up here, fellas. Yeah, that's right, and San Fran is, overwater. Yes, but once I have summoned a huge tidal wave, it won't be. Boss, I think we should be going now. Not so fast. Not him again. Байтсар, please deal with him. Oh, very well. Так, ребята, водный демон, меч, какие-то куски льда. Ну а тебе, паскуда. Так, давайте. Эч! На тебе, тварь. Падай, глина. Вот. Замораживаем его. Теперь надо его загнать опять в ад. Nice timing. Uncle is very good timekeeper. Toru, hold this puffer fish. You mogwai wifi ditsao. No! Drop that! No! Да-да-да-да-да, давай обратненько к себе туда. В морской ад. Меч оставила. Джеки, are you okay? I'm fine, thanks, Toru. Especially now that all the demons have been banished. That was easy. It's not over yet. There is still one more demon. Shendu! Теперь можно, ребятушки, и на Шенду пойти.
Эпизод 8. Восьмая дверь. Я думаю, что это последний эпизод. Почему-то мне так кажется. Ну, будем посмотреть, как говорится. Section 13 has discovered that Valmont is trying to open the final demon portal in Hong Kong. I'll go see Captain Black right away. Hopefully he can arrange a flight for me. One more thing. Uncle wants you to go to the auction house. Uncle, there isn't time. There is always time. Uncle wants you to go and buy an ivory dragon. But Uncle, you must hurry. There isn't much time. Так, ребята, что у нас имеется? Давайте, может, сможем прокачать себе этот магию, эту вместимость больше. Тренироваться в бою. Давай лупим пацанов. Блять, вот раз промазал, уже тяжело, время-то идет. Давай лупим всех. Так, они, в принципе, подлетают сами. Блять. Вот сейчас время немножко потерял, секунды 2-3. Вот эти, кстати, ребята опасны. Ох, я одним ударом двоих рассек. Давай. Сейчас эти в шляпе появятся. Блять. Вот сейчас в шляпе появятся пацаны. Нужно их тоже мочмолить. Ох, нахера себе. Последнего? Нет, еще один. Еще 15 секунд осталось. У-у-у, магия повышена. О, ляньте, да, вообще порядок. И теперь уже можно идти искать Шенду. А куда идти только? Я на аукцион, правда, раз заходил, но это не обязательно. Зачем дяде покупать постоянно все эти движухи? Так, поторопись в отдел 13 и узнай, что хочет вас капитан Блэк. Ладно. Так, отдел 13, значит. Капитан. Да, ёб твою мать. Мне нужно в отдел 13. По-моему, нужно сюда, в северный пляж. А там уже в отдел 13. Отдел 13, кстати, через дорогу. Как я понял уже потом, я тут круги наматывал. Угу. В штаб-квартиру, ребятушки, заходим. И теперь идем в кабинет капитану Блэку. Узнать, как же добраться до Шенду. Ай-я! Давай, Джеки. Jackie, glad you could make it. We are encountering the greatest threat we've ever experienced. It would appear that Valmont is trying to open the eighth and final portal. Our research indicates that if this occurs, the demon Shendu will regain full freedom to enter this world and we will be powerless to stop him. Shendu? The fire-breathing dragon? That's correct. This cannot be allowed to happen. We have a plane waiting to take you to Hong Kong at the Section 13 hangar. Please make your way to the train station. Once in Hong Kong, you will need to get to the final portal location, the main gates of Moose World. Moose World? The theme park? That's correct. Our informants tell us that Valmont is heading there as we speak. It's time to move out, and good luck. The world is counting on you. No pressure, then. Так, ребята, на поезд и в Гонконг. Гонконг. Так. Садимся. Давай, в Гонконг отправляемся. Поехали, с ветерком давай. Тр-яху. Гонконгские лоси. О, это что интересное. I've been waiting for you, Chan. I want you to witness at first hand the end of the world as you know it. The final portal will soon be open,
and I shall regain my full dragon form. I can't let you do that, Shendu. You have no choice. Okay, regain your full form. I'll be right here, ready to banish you back to the Netherworld, just like the others. I'm growing tired of your insolence. It's time to get rid of you. I'll do it myself. You're no match for me now. А ну иди сюда, подонок. Ну где ты? Ой. Насылает на меня подонком. Ай, ай. Нихера себе, слышь. Они... Дело в том, что... Пацаны, вы чё? А ну иди сюда, тварь. Чё за меня все жизни поднимают? Подожди, давайте, наверное, жизни себе разобьем. Понимаю, ну а жизни. Блять, вот это они меня пинают. На тебе, тварюка. Так, сейчас опять должен Вальмонт появиться. Блять. Ай! Нихера себе он выжигает. Сейчас опять новые ребятки появятся. Зачем эти карты вонючие, я так и не понял. Блять, они меня лупят по-злостному. На тебе в спину, пока ты лежишь. Буду тебя томить. Так, сейчас нужно жизни подъесть, ребята, иначе я... Да мне жизни надо, они... И последний остался, последний штрих, скажем так. Блять, ля, этот сразу с плеча рубит. Блять, там что, издеваетесь? Последний раз, давай, давай. На! Паскуда вонючая. Ух, тут все пацаны прибежали, все подмога, Эль Торо Фуэрте, Вайп, все. What's everyone doing here? We've come to help you defeat Shendu, but Shendu is not here yet. Shendu's physical form not important. Catch this. Portal location and Shendu spirit are. Юмо гуэ гуэ фай ди цао. Ага, испугался. Подонок. Так, все, из Вальмонта вылетел Шенду. Он и меня сейчас заберет, паскуда! Опа, вот это уже интересно. Преисподняя демонов, ребята. Мне кажется, здесь будет опасочка сейчас жесткая. Казбек забрал меня с собой. Ну ничего, мы справимся, я думаю. Талисманы все при мне или все рассыпались? О, where am I? What is this place? Where did everyone go? You're in my world now, Chan. You should never have made it this far. No matter, your meddling ends here. Behold the power of the talismans. Он все талисманы забрал? Нихера себе, я их собирал, он их забрал. Весело. Вот подонок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Физическая форма новая. Шашенду? At last you shall witness my true power. Pity will not
to see my reign over your world. Your reign ends here, Shindu. Jackie, remember, Shindu is immortal. You must defeat magic with magic if you are to retrieve talismans. Uncle? The sword, you fool, the sword! Enough! Так, вот это серьезно, ребята. Намечается серьезный кипиш. Блять, у меня жизни, дело в том, что осталось всего ничего, скажем так. Иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Что теперь? Интересно, ребята. Вот, надо к нему хоть подобраться поближе просто, да? Лупануть его. Плеваться будешь еще? Так, магии бороться против магии, магии бороться. Но это я понял только, что дядюшка имел в виду. Я, кстати, могу как-то блокировать мечом атаки, что он хочет. Может, ему надо как в джедаях отбить этот. А ну-ка, я буду ставить вот так вот меч. Раз он не бьется, талисмана у меня нет. Ну ёб твою мать, давай дыши. Ну, стою я с мечом. Как ёбнет меня сверху, я чувствую. Шенду, ты только не злись. Ну... Он не бьется, ничего. Писюн ему, писюн у него тут висит, или что это такое? Че козел непонятный вообще? Бородавочник, вонючий. Карточку нашел. Талисмана у меня нет, у меня есть только... Пацаны, в чем дело? Блять, вот это прикол. Так а смысл в чем это? Я не пойму. Получай. Ну, стою, держу меч. Что делать надо? Может, надо, чтобы оно как-то отразилось на него или что? Хм. Интересно, ребята. Куда твои шары падают, ты подонок? Ну, где-то здесь, да, по-моему, шар падает. Можно здесь встать и по нему отбивать. По-разному падают. Так, непонятно, ребята, немножечко непонятно пока, что он от меня хочет. Я только могу бить и делать блок, все.
Магию можно уничтожить магией. Что это значит? Так, давайте почитаем. Ну, это мы сделали. Победить Шенду, демона огня. Ёб твою мать, да как его победить-то? Блять, ладно. Мне кажется, что вот эти... Тихо. Мне кажется, как-то должен я отбивать в него эти... Вот эти огни, что он пускает, мне кажется, они должны... Ну, я не знаю. Он не бьется. Значит, он должен... Бах. О, смотрите, отбил. На тебе, подонок. Вот это хорошо. Давай еще. Наверное, как и со всеми боссами, надо отбить 3 раза. Блять, только он подонка вызывает. Нихера себе, пацаны, но вы злые. Как собаки. Походу, нужно на это место встать, да? Это место или нет? Вроде это. Давай плюйся еще, сейчас я тебя отобью в лицо. Ты дракон проклятый, дракон беззубый. Полетело ему или нет? А что не полетело? Ну плюйся. О, сейчас должно полететь. Бам, бам, бам. Ну, бах, отбивается, полетело. На тебе, тварюка проклятая. У-у-у, ребятушки, есть. Ха, муху, ха-ха-ха-ха-ха. Oh, thought I was a goner. И талисманчики все, да, на месте остались? Quickly, Jackie, portal will close soon. О, запрыгнул обратно. I wasn't so sure. The world must never find out how close it came to total destruction. I'll lock the talismans away in our high security vault. The talismans are very powerful. We must make sure they never fall into the wrong hands again. El Toro Fuerte, he is the greatest! Good to see you again, Jackie. And you! Thanks for coming to Moose World to help me. I didn't think I would see you again, to be honest. I'm always ready to help a friend. Why don't we all join forces to help Captain Black fight evil? We just need a really cool name. Where is Uncle? Jackie! Huh? Uncle have to make own tea again. You are very lazy. Uncle very disappointed in you, Jackie. Hey, listen everybody, I've got it. We should call ourselves the J-Team! Ну что ж, ребятушки, всем спасибо за внимание, кто смотрел прохождение приключений Джеки Чана на канале Анри. Увидимся, до новых встреч, ребятушки.